Да, все молодцы, кто приходит на эфиры, кто в записи смотрит. Тоже, да, не забывайте про домашнее задание, как это не пассивный курс, а именно все зависит от того, как вы будете применять эти знания. Так, в чате сегодня, да, отправили свои странички Наталья Шин и Эльза. Так. Так, чат тоже читаю. Ага. Так. Дальше. Ну, так, краткий такой комментарий по шапке давайте. Очень такие необычные, актуальные, красивые. Вот это вообще классная. Вот арка классная. Томми топ-лидер. Вот здесь вот никак не мешает, да, вот то, что слитно написано. Мне кажется, все-таки нужно вот здесь такую поставить вертикальную палочку, да, чтобы в поисковике нашли тебя. По слову о Томми. Да, пробел. Угу. Так, чек номер один в Imperial Group среди женщин. Заработала на свой мотоцикл за месяц, помогая найти свой путь в Атоме. И каталог со скидкой для участников. Тут каталог, да? Ты решила сделать, чтобы тебе... чтобы посмотрели каталог. У меня были контакты там. У меня там раньше был WhatsApp. Но туда чего-то никто не пишет особо. Все пишут директ. Ну, кто пишет что-нибудь, они пишут директ. И я подумала, что я периодически все равно меняю шапку. Поэтому я так поставила, думаю, может быть, так будет интересно. Да, да, так. Классно. Да, интересно. Так сразу заинтриговала, что, ну, ты топ-лидер, что зарабатываешь, и еще помогаешь. И вот инструмент, да, чтобы, ну, ознакомиться. Так, сегодня мы поговорим о постах и насколько они будут раскрывать то, что мы хотим сказать. Да, Эльза, тоже можно посмотреть ваш. Так, здесь вот я бы посоветовала сменить фон. Хорошее фото, да, это с съемки, да, с видеосъемки. Но вот то, что зеленый, он сильно выбивается. Это можно легко сделать в приложении Photo Room. Вы просто открываете. Это... Да, Photo Room это классное приложение вообще. Он, да? Photo Room, да, я вот в чате написала. Просто эту же картинку открываете в этом приложении, она само обрезает вам контур, а фон можете уже выбрать любой. Можно даже там, ну, вот у Натальи, вот здесь, да, это в фоторуме сделано, вот эта фотография, например. Синий фон, обрезанное вот фото человека, и вот можно контур поставить, там белый, черный, любой, какой хотите. Ну, сейчас уже, кажется, так не делают, да, раньше так делали, вот прям контур такой белый был. Сейчас, сейчас, наверное, можно даже вот в серединку поставить ваш контур и фон какой-нибудь подобрать, да. То есть это очень легко делается в этом приложении. Так. Да, так, шапка написала. У меня совсем. Ага, ну хорошо. Да, вот Сашуля написала, что уже лучше, уже есть, да. Видно, что вы начали работу над этим. Было же, вообще ничего не было раньше до этого, да? Здесь уже что-то появилось, уже здорово, да. Тоже Эльза Ли, можно поставить палочку, топ-лидер, Атоми. Да, потому что нигде в названии Атоми нету, и здесь вот нету. Хорошо было бы, что Атоми в этой строчке, где имя,
чтобы вас находили, да, кто ищет о томе себе наставника, чтобы нашли вас. А можно черточки не ставить, просто через пробел. Так, МШР атоми. Вот МШР, это только атомианцы знают, что такое мастер Шаронской розы. А вот если кто-то, ну вот у вас знакомые, родственники, да, для них это три непонятные буквы. А возможно, как-то перефразировать, вот там топ-лидер или как еще, руководитель центра атоми или как еще можно, ну, что-то выигрышное такое, чтобы всем было понятно, о чем идет речь, что вы здесь очень важная персона, да? То есть благодаря вот этой визиточке, чтобы о вас сложилось такое впечатление, что я попала на страницу к прекрасной женщине, к лидеру, к руководителю бизнеса, которая может меня вывести на доход, помочь мне в бизнесе, да, встречаться с моими партнерами. То есть то, что он может много что у вас взять, ну, чему поучиться, как наставника, да. Вот. Фото очень хорошее, кстати, профиля. Вот оно говорит о том, что да, я попала к такому серьезному наставнику, потому что вот костюм, ну, такой деловой стиль, очень хорошая фотография. Так, дальше. С нами здоровее, красивее, моложе. Да, здесь будет тоже как-нибудь перефразировать. Помогу, да, стать, нет, да, может быть, да? Угу. Помогу стать, может быть, здоровее, красивее и моложе. Дальше. Возраст не имеет границ для движения вперед, роста и развития тоже. Да, здесь нужно подумать, как выигрышно написать. Ну, возраст не имеет границ. Ну, в общем, подумайте, поиграйте, да, с, как будет вот звучать именно для, для того, кто читает вас. Да, не для вас мы пишем это, да, не информацию, не для тех уже, кто зарегистрирован, а кто вот только узнает у вас или вот для родственников, для друзей, для знакомых, кто заходит на страницу, чтобы они поняли, что вы своим блогом помогаете людям стать увереннее в себе, да, несмотря на возраст, несмотря там на ни на что, что вы можно добиться высокого ранга, то есть вот благодаря вам именно вот вы ведете людей именно к успеху. Вот такой имидж хорошо передает ваша фотография, и нужно, чтобы и текст тоже передавал именно вот такое вот настроение, такое сообщение было, информация сразу вот, ну, прочтешь и поймешь, ага, вот в таком плане работает Эльза. Да, то есть можно еще вот таких вот, да, смайликов поставить, что-нибудь дописать, потому что, мне кажется, там еще хватает места, чтобы написать еще что-то. То есть максимально используйте все слова, все место, которое здесь возможно, чтобы максимально о себе рассказать. Можно написать, что вы мама, бабушка, да, вместо возраста. Не знаю. Да, мы были такие. Да. Ага. Потихоньку. Да, почему бы нет? Потому что вот кто мамы и кто бабушки, они тоже будут сразу понимать, что они попали на страницу, где их будут понимать, где, ну, что-то родное. Вот когда мы можем какую-то точку соприкосновения поймать, то это очень сразу доверие такое возникает. Ну, ты такая смотришь и думаешь, ой, это же я же тоже мама, я тоже бабушка, я тоже там хочу достичь успеха, хочу роста, хочу путешествий. То есть в таком плане, когда мы пишем, чтобы найти точки контакта, вот они называются. И вот здорово, да, начали делать актуальное, да, побольше делать сторис. Видно, что здесь сторис нет, то есть обычно такой кружочек красный становится. Вот, и сторис должны быть каждый день, что-нибудь, да, рассказывать, да, даже если вам кажется, что это никому не интересно, на самом деле
есть зритель на любой вкус, да, всегда найдется зритель, всегда человек, которому интересна ваша жизнь. Вот у Оли Пан, давайте возьмем следующий, да? Мика, да? Мика, привет, я ничего еще не меняла вообще. Ага, ага. Окей. Да-да-да. Хорошо, ждем еще до-после. Но уже можно увидеть, что Оля работает, да, над своей шапкой профиля. То есть вот, возможно, можно поставить здесь маленький, но это уже, ну, как бы раньше так делали, да, сейчас уже, ну, вам посмотреть, как лучше выглядеть, как лучше читается. В принципе, здесь хорошо читается, можно не ставить, да, никакие смайлики. Так, Оля, а что ты хочешь здесь дописать? Ты хотела, написала в группу, что хочешь изменить имя. Я думала вообще имя убрать. Я хотела вот написать что-нибудь, там, витамины, косметика или что-то такое. Ну, или что-нибудь. Потому что у меня же имя есть в самом названии. Да, точно. Да, чтобы драгоценное место не терять. Да, вот. Это очень классная идея, да, поставить сюда. Вот именно чем занимается компания, чтобы тебя искали по поисковым. Вообще, если честно, я вот это имя, фамилию не вписывала сюда. Я не знаю, как оно сюда попало. Видимо, работала, да, с таргетологом. Тебе тогда поставили имя. Да, вот, ну, она вроде тоже не меняла. Не знаю, в общем, как получилось. Хорошо, поищи. Да, будет здорово. Вот, смотрите, например, я заметила у... давайте сейчас покажу. Анна, да? Владимир и Юля. Вот они здесь написали. Не туда у них тут. А, вот имя, фамилия. Имя у них здесь идет, а вот там, где поисковая строчка, там южнокорейская косметика. То есть они делают рекламу именно вот на косметику. У них такой идет как бы цель. Целевая аудитория, те, кто нравится, кому нравится косметика, вот они, поэтому сюда это написали. То есть тоже смотрите на вашу целевую аудиторию, кого вы хотите найти, сюда хорошо бы написать. Ну, можно, да, совместить имя, фамилия, и потом, если короткая фамилия, если длинная фамилия, лучше не надо, да? Если этого нету в названии, то там имя просто и чем занимаетесь, да? Чтобы вас нашли. Витамины, косметика, вот у Александры, что у нас, давайте еще раз посмотрим. У Александры косметика, витамины, да, атомия. Так, ваш проводник в мир атомии, помогу подобрать уход для кожи. Да, ваш проводник классно звучит, вот для новичков, кто вообще не знает, что такое атомия, что вот ты поможешь, вот возьмешь за руку и покажешь, что такое атомия, потому что... Ну, многие не знают. Да, я сама, когда столкнулась с названием Атомия, я не знала, что это такое, вообще, что за косметика. Поэтому очень такие классные подобранные предложения. Сразу располагаешь к себе. Дальше. Помогу подобрать уход для кожи. Да, здорово. Покупай премиум. Качество не переплачивая. Интернет-магазин. Скидка при регистрации. Окей. Это WhatsApp, да? Отлично. Ну, классное фото, тоже на косметику, да, вот про витамины ничего нет, можно вот добавить название, да, что у нас еще есть, ну, вот есть витамины, вот вижу в актуальном, но, как вы знаете, актуальные, они всегда меняются местами. Так, и хорошо, так, у меня почему-то кратко, все, понятно, ну, отлично, да, чуть-чуть доработать получается, да. Вот здесь вот где-то есть одинаковые, получается, стилистика, а где-то разные. Вот это вот нужно тоже, да, сделать едино, так смотрится более профессионально, более интересно. Если выбираешь без вот такой тематики, можно убрать тогда ее и уже поставить, ну, просто удачное фото с одного актуального. Вот кто не знает, что такое актуальное, давайте заглянем к Оле. Вот, это наши, то те же самые сторис, только сохраненные. То есть каждую сторис можно сохранить в актуальный, потом назвать актуальное вот витамин С, например. И здесь вот все актуальное, это об этом витамине. Здесь можно видеть, когда были созданы эти истории. 16 недель назад,
Вот. Если у кого-то возникают вопросы, как это делается, можно либо в Ютубе просто вбить в поисковик, как сделать актуально, или спросить у нас в чате. В общем, так. Так, я вижу, что здесь еще есть. Ага, вот видно, да, что у Оли раньше вот такое было. А такая тематика, а потом вот решила Оля перейти. Ну вот, сами выбирайте, как вам удобно. Вы можете оставить так, и так хорошо смотрится, и так. Да. Ну что ж, сегодня давайте поговорим о постах. Уже будем делать посты. И такой сразу вопрос, где брать картинки для постов, да, потому что мы с вами... Если хотим привлечь клиентов, мы говорим о продукции, да, если мы хотим привлечь на бизнес, мы говорим, мы про себя говорим, да, личный бренд мы развиваем, рассказываем, какие плюсы у нас, как у наставника и так далее. Вот чтобы периодически, как я делаю, я и про продукцию говорю, и про экспертность, да, показываю, и про нашу жизнь. Тоже не забываю, потому что, ну, это важно, чтобы такая вот, тут опять, точка контакта была с аудиторией, чтобы они видели, что, ну, я такой человек семейный тоже. Да для чего мы вообще делаем Atomy, да, чтобы все вместе время проводить, чтобы путешествовать, чтобы наслаждаться жизнью и так далее. Так, где брать фото? Это вот хорошие фотографии, вы просто можете, например, вот эта новиночка, да, вышла, протеин. А на телефоне очень удобно просто сделать скриншот. Это фотография экрана. Как она делается, тоже можете спросить в чате. В айфоне я не знаю, как это делается. У нас на Samsung просто нажимаются две кнопочки, либо такой свайп делаете рукой, ребром руки, и телефон фотографирует экран, и потом нужно будет обрезать, да, когда вы сфотографируете экран, нужно будет обрезать вот здесь вот, чтобы ровненько было, без никаких вот, чтобы здесь не выходило за рамки, потому что если вы поставите пост кривой, он уже не будет так смотреться красиво, да, эта фотография уже не будет такой выигрышной. Поэтому, когда я делаю скриншот, можно даже чуть уменьшить эту картинку, чтобы убедиться, что она так красиво у нас сфотографировалась. И да, здесь очень отличного качества. Это не так давно запустили эту страницу. Вот когда пандемия началась, запустили страницу с Atomy Instalog для помощи партнерам. Для того, чтобы вы сами не тратили время, не фотографировали это все. Это очень экономит время и делает вашу страничку очень красивой. Так. Здесь есть и Reels, есть и ролики, есть... Новинки все, да? Тут написано на корейском, вот то, что на корейском написано, да, мы не берем, чтобы не путать нашу аудиторию, да, чтобы они не чувствовали, что что-то сложное, что-то непонятное. Всегда стараться все сделать максимально удобно, комфортно для ваших подписчиков. То есть сервис, да, предоставлять своей страничкой хороший текст, описание и хорошая картинка. Также эти картинки можно брать для обложки роликов и Reels. Да, тут все новинки, но очень много фотографий. Еще где можно брать хорошие фотографии, это Channel Atomy, то есть на канале, канал Atomy на разных странах. Я, например, могу ссылку скинуть вам вот на корейский сайт, это... И вот тут все новинки и тоже очень хорошего качества картинки. Новиночки. То есть это, ну, они разные. Там в Инстаграме Инсталог — это такие фоточки, да, они специально уже адаптированы для Инстаграма. Здесь они в канал Atomy на корейском сайте, они, ну, не, вам нужно будет тоже, можно будет обрезать. Где-то здесь видео, где-то фото, вам тоже надо смотреть, да, вот, например, кроссовочки. Вот. Очень хорошего качества. Например, для каталога мы брали отсюда тоже фотографии.
какие-то новые женские кроссовки. Можете, вот в инсталоге, например, не было, да, еще про эти кроссовочки речи? Да, не было, поэтому что-то вы можете брать вот отсюда. И потом, ну, можно вот фоторуме обрезать, да, вот именно сами кроссовки, и фон поставить свой любой. Чтобы вот не было, да, вот опять ничего на корейском написано. А напишите там что-нибудь по-русски. Да, вышли новинка, женские кроссовки из веганской кожи. Вот. То есть здесь очень много, да, тоже материала. Я вам ссылку скину на... Именно чтобы вот вы зашли, там свой логин, пароль вбили, и чтобы... Ну, то есть вам никуда не надо будет ничего искать. Просто проскрольте, да. Где видео не смотрим, где фото только нас интересует. Ну, в принципе, если видео, тоже можно, но, видите, оно идет с корейскими субтитрами, тоже будет путать немножко вашу аудиторию. Но какие-то видео я прямо отсюда брала и вот сверху на корейские буквы ставила по-русски субтитры. И, ну, тоже почему бы нет. Потому что не все есть в этом Инстаграме. Но кто, если у кого, кто хочет, кто может, может, конечно, делать фотографии самостоятельно. У нас Александра очень делает красивые фотографии. Так, не могу, а вот. Александра прям проходила курсы, как делать красивые фотографии. И вот я думаю, что да, прекрасный пример, как нужно вести ленту. Смотрите, очень много воздуха. То есть Александра, она не только везде одна продукция, да? Мы делаем по-разному, потому что, ну, вот как Сашуля говорила, что глаз любит, когда картинка меняется. А где-то вот, вот так вот сверху, да, сфотографирован стол, и там на нем предметы, а что-то есть о томе, что-то нет, да, вот свечи, например. А где-то текст тоже, я считаю, необходимо делать периодический текст, чтобы вот тоже создался воздух, чтобы не... потому что если будут одни фотографии, да, представьте, вот, вот такие, вот такого плана фотографии везде, то будет смотреться очень так тесно, как будто, да, как будто будет больше как личный блог. То есть старайтесь этого избегать. В наших блогах нам нужно уже стремиться к тому, чтобы вот как блогеры ведут более профессионально, да. Вот мне очень нравится, когда вот обложки на роликах или в постах, они имеют продукцию, но она не полностью. То есть вот так видно, да, что это фрагмент масочки. Тоже очень смотрится красиво, и воздуха много появляется здесь тоже, да. Здесь вот эти все фотографии Александра делала сама. Я так не умею, мне проще взять с инсталога, но вот кто умеет, кто может, это, в принципе, можно научиться, тут нужен свет, да, самое главное, ракурс, и вот здесь вот солнце, например, да, помогло сделать такую вот, вот такую красивую фотографию, здесь видно, да, что света очень много, это ролик, я так понимаю, здесь тоже фотосессия, я так понимаю, да, это фотосессия. Вот, где-то фотосессия, где-то ролики на фотографии на телефон. То есть вам нужно тоже это комбинировать. Сейчас только одни фотографии с фотосессии, они смотрятся уже не так современно, как раньше. Да? Раньше все стремились делать только красивые фотографии, да, идеальные. Сейчас же этого совершенно не нужно. Можно комбинировать. Но все равно нужны, да, какие-то кадры с фотосессии, с профессиональной съемки. Потому что они подадут, ну, статусность вашей странице. Но не сильно с этим перебарщивайте, потому что тоже глаз, ну, как бы привык, ну, устает от одной и той же похожести, да. Вот. Александра вижу здесь. Вот.
То есть вот такая красивая картинка. То есть мы стремимся показать, что это красивый бизнес. Да? Своей лентой, что вы хотите сказать? Что это красивый бизнес, да? Что продукция такая красивая, премиальная. Вот вам нужно выписать в постах, что вы хотите показать, чтобы какое впечатление будет от вашей ленты. Вот лента — это вот то, что мы вот сейчас листаем, да? Лента Александры, да? Что команда, эстетика. То есть это все возможно в нашем бизнесе. Красота, довольное лицо, да? То есть улыбки часто тоже. В аватарке обязательно... Ну и в постах тоже периодически должна быть улыбка, что вам нравится этот бизнес, нравится это ваш блог, что, ну, в общем, вы кайфуете от этой работы. Тоже важно, да? Путешествия тоже, если вы едете куда-то. Отпуск тоже это запечатлеть обязательно, потому что когда картинка меняется на вот такое путешествие, потому что многие именно... ассоциации очень хорошие с отпуском у людей, и они отдыхают, релаксируют, когда видят, что и вы не только всегда работаете, но еще и успеваете отдыхать, еще если с командой, то еще круче. То что вы принимаете? Да, то есть, ну вот, можно прям вот берите и учитесь, да, вот можно прям копировать то, что делают успешные блогеры, и применять это в своей ленте. Что, как вы видите свою ленту, можно, если вот вы только начинаете это делать, то учиться. То есть другого метода нет. Нужно учиться и делать, не стесняться. Да, если даже не получается так идеально, как у вашего авторитета, вы придете к этому обязательно. То есть нужно обязательно верить, что у вас это получится, и знать, что что бы вы ни выложили, что бы вы ни сделали для своей страницы, это все учитывается, это все ваши подписчики видят, ценят и участвуют в вашем пути развития вас как блогера. Так. Разобрались, да, где брать картинки, как их делать. Так, свою ленту, вот, так, сторис есть, актуальные, я вот люблю лица, там, ну, вот тоже кусочки из сторис, мне больше нравится, там, если ребенок, то бэйби, то ребеночек, и вот своей лентой, что я хочу сказать, да, то, что мы там, топ-лидеры, но в то же время мы такие очень простые люди, мы семейные, пара, которая хочет все время проводить вместе, мы занимаемся одним делом, да, супруги, нам нравится работать с людьми, команда наша, вот продукция тоже, а то, что для меня важно также экологичность, да, путешествия, вот когда в Турции мы были, я очень много постила. Также я вот люблю текстовые посты, вот такие, да, тоже не забываю делать, то есть разбавляю свои фотографии вот такими текстами. Это тоже я беру из иншота. Мне сложно, когда много приложений, и глаза раз так разбегаются, мне проще, когда вот если ролик я делаю, Reels, например, это только иншот, больше других приложений никаких не использую. Если я делаю обложку, да, для поста, то это Photoroom, все. И это мне облегчает задачу, когда я могу сконцентрироваться, да, на только двух приложениях. И стараюсь, конечно... О Reels мы поговорим на следующем занятии, вот как его делать, почему, зачем это нужно делать и так далее. Но видите, да, что вот когда здесь идет такой play, значок, это значит, это Reels, это ролик, а когда вот, вот такой значок белый, это значит, здесь несколько фотографий. Также можно фотографии сочетать с роликами. Вот. Это прямой эфир. Здесь я не совсем удачное фото выбрала. Торопилась. Думала, хотела как лучше, и вот так получилось. Это тоже, это Reels. Вы можете выбрать заранее, то есть подготовить заранее обложку, либо обложку выбрать из фрагмент из вашего ролика. Обязательно
всегда думайте об обложке вашего ролика, да. Когда кто-то начинает делать контент, то часто бывает, что когда видео заканчивает, оно... но не думает об обложке, тогда обложка просто черный цвет, потому что это первый кадр, она просто черная идет, ну, обычно ролики идут. Или первый в ролике, слово забыла, в общем, ну, что-то неудачное, да, какой-то отрывок. Поэтому всегда думайте о том, как это будет потом выглядеть в вашей ленте, чтобы оно осталось, да, чтобы потом не надо было подчищать, удалять, сразу сделать хорошо. Тогда вам этот ролик прослужит долгие года. То есть сейчас, да, я смотрю, что лайкают посты совсем-совсем старые, кто-то даже не ленится, вот прям вот в начало идет 3 года назад, как там, ну, не прям так в начало, но вот много-много проходится по истории. И это вот этот контент, он работает на меня постоянно. Благодаря этому контенту я помогаю людям узнать об Атоме, о нас. И вот такое, да, образуется сообщество, подписчики, которые очень хорошо нас знают. Знают про наши мысли, наши ценности, идеи, мечты и так далее. То есть это все, конечно, помогает раскрыться, ваша лента помогает этому раскрыться. Также о компании узнают, о хобби, ну, в общем, то, что вам нравится, о продукции, можно об этом вещать. И благодаря тому, что у вас много-много постов, да, вот уже 830 постов за 3 года, это помогает понять вашим подписчикам, что они пришли где, на страничку, где есть история, которую ведут, которую и вели, и ведут, да, и хочется подписаться. Вот самая главная цель — вот шапку профиля оформить и посты сделать такие максимально приятными глазу, понятными, чтобы человек захотел на вас подписаться, и затем постепенно, да, мы будем его утеплять. Вот мы делаем сторис, мы делаем посты, и благодаря всему этому постепенно человек принимает решение с нами общаться, сотрудничать, что-то покупать, да, то есть, ну, то, что вот выгодно для нашего бизнеса. Сейчас, минуточку. Если есть какие-то вопросы на этом моменте, пишите, включайте микрофон. Я тоже, да, я еще не скажу, что я там идеально веду ленту, но для меня самое главное качество, чтобы было хорошее качество, чтобы был воздух, да, чтобы не было слишком много фотографий, разбавлять их. Делать периодические розыгрыши, да, вот мы сейчас запускаем большой розыгрыш iPhone и другие подарки тоже, да, чтобы ваша страница была как бы полезной, чтобы, подписавшись на вас, можно было узнавать про какие-то розыгрыши, про то, что нету у других, вот про как выиграть iPhone, как заниматься благотворительностью, вот все. То есть если вы сможете это донести своей лентой информации через посты, то вы можете добиться своей цели через свой блог. Так, ну, на этом у меня все. Так, передаю слово Александре. Вообще посты, как часто делать? Каждый день. Хорошо бы делать каждый день, особенно если у вас страничка еще не развита или не так много постов у вас. То есть важно вашим подписчикам видеть, что вы отдаете, да, что вы воспринимаете свою страничку всерьез, что это для вас важно. Если вы просто делаете один пост там, в неделю, в месяц, это уже не так, да, выглядит в глазах ваших подписчиков. Сторис, конечно же, и посты. Также для Инстаграма важна регулярность, потому что даже Инстаграм, он там может
вычислять, как часто вы делаете посты, как, насколько их хорошо принимают, принимают подписчики, да, отвечают, если вы задаете какие-то вопросы в тексте. Или если ваш пост вызывает какие-то эмоции, и что людям хочется поделиться, написать вам комментарий, это все считывается Инстаграмом. То есть наша цель — вызвать реакцию, да, чтобы были комментарии, чтобы сторис тоже вызывали нужную нам реакцию. И тогда Инстаграм будет рекламировать вашу страничку в интересном. Давайте еще покажу этот момент. Интересное — это вот цель, наверное, да, чтобы бесплатно Инстаграм рекламировал нашу страницу. Так, как здесь это сделать? Наверное, через браузер я не смогу сделать, попасть в интересное. Это когда мы поисковик нажимаем, мы туда попадаем. То есть как будто мы смотрим, да, ищем, на кого бы подписаться, где бы взять вдохновение. Вот если это будете вы, то вы получите, да, и подписчиков, и регистрации дальше. И это все будет как снежный ком только расти, ваша популярность. И вы обязательно найдете свою аудиторию. То есть никогда не надо думать, что я там скучный, мне нечего рассказать, мне такая же жизнь, как и у всех. На самом деле, не каждый человек начинает вести блог и делать это хорошо, максимально, да, раскрываясь. Поэтому стоит попробовать, тем более, что это рабочий инструмент для привлечения контактов, холодных контактов, да, мы их называем. Людей, которых мы никогда не видели, но это более рабочий момент, чем вот так вот офлайн, например, чтобы вот недавно у меня была идея запустить мастер-классы, вот где дочь ходит у меня на балет. И я поговорила с директором центра, да, а потом сказала, что давайте в чаты запустим рекламу, сделаем мастер-класс, расскажу о бизнесе. Все чаты, там, соседские чаты отправили рекламу, и, представляете, никто не пришел через вот такую рассылку по чатам. То есть такая работа, да, такое привлечение, оно не работает. Почему? Потому что очень мало доверия. Вот почему блогер что-то там порекомендует, да, в сторис, и сразу хочется это купить, потому что настолько уже доверяешь этому человеку, знаешь его, ну, ты веришь, что он не будет там что-то рекламировать не очень, то, что не стоит того. Даже если он делает это за деньги, все равно хочется, ну, все равно веришь, да, этому человеку, даже больше, чем рекламе на телевизоре, по телевизору. Потому что, ну, это все равно что-то вот отдаленное. Сейчас рекламодатели даже, да, хотят работать именно с блогером, потому что там больше доверия. Аудитория доверяет вам. И чем больше эта аудитория, да, тем больше шанс, что вот они прыгнут по этой воронке и станут клиентом, партнером и так далее. То есть наша цель — расширять нашу аудиторию глобально, чтобы, ну, вот захватить русскоязычный мир всех людей, которые как-то похожи на нас, имеют похожие ценности, вот сделать свою страничку таким магнитом для единомышленников, тех людей, которые пойдут за вами, которые будет интересно все, что вы выкладываете, будут писать вам комментарии, писать вам в директ о том, что, ну, то, что им нравится, то, что вы делаете, да, ваш контент, ваша лента, ваши сторис, им нравится, они могут, как бы, воспринимают это очень хорошо, что это их или мотивирует, или вызывает симпатию. Ну, в общем, вы становитесь очень такими, как близкие друзья, да, благодаря такому блогу. То есть очень много дает нам соцсети. Спасибо, девочки. Ника, спасибо большое. Пишет Наташа, Оля пишет. Спасибо за детальную информацию, всегда очень ценно. Спасибо большое. Так. Ну,
давайте еще, пока Александра еще не подключилась, посмотрим на страничке других атомианцев, пока у нас есть время, и посмотрим на их ленты. Да, всегда стоит смотреть, особенно если вы себя ищете еще, да, о чем мне написать, всегда хорошо бы посмотреть, как это делают другие, и брать идеи. У кого-то вот это хорошо получается, да, я здесь вот так сделаю, у кого-то там. Поэтому мы такое делаем всегда с вами исследования, узнаем. Вот, например, о том, как Казахстан, да, давайте посмотрим, как они ведут страницу. Вот что, все, что они делают, это сторис, это репосты, да, в основном. То, что нам Александра говорит, не делайте слишком много, потому что это, ну, это неинтересно. А то, что, ну, Атоби Казахстан, это официальная страничка, они могут себе это позволить, да, они будут делать репосты, и никто от них не отпишется. Вот, это наших много вижу, да. Своих партнеров тоже говорите, чтобы они отмечали официальные странички, чтобы сюда попадать. Тоже полезно. Просто приятно даже, да, что твои сторис и твои посты попадают на официальную страничку. Ну, как вы видите, что тоже у официальных страниц есть свой регламент, свои правила, то, что страница должна выглядеть красиво. Вы видите, что вот здесь они тоже используют фотографии с Atomy Instalog. Это официальная страничка Instagram, где вот мы берем фотографии и ролики. Также делают и свои какие-то, да, вот эту фотографию я не видела. Вот это они делают вот свой дизайн и примерно в таком формате работают, да. Можно тоже выбрать какой-то свой дизайн и вот делать в таком стиле. Но не слишком увлекайтесь, да, чтобы это не выглядело слишком как-то профессионально, слишком как официально, да. То есть нам нужно с аудиторией поближе быть теплее, быть роднее, не слишком как-то официально выглядеть. Так, тоже, да, вот такие фотографии помогают сделать так, чтобы появился воздух. Здесь вот это прямой эфир, и вот они выбрали вот такую обложку заранее, да, потому что я в эфире, во время эфира не видела вот такого кадра. Поэтому тоже хороший момент, что подготовьте для эфира обложку заранее, если вы знаете, что вы не сможете потом обрезать из эфира, да, если вы близко слишком сидите, например, во время эфира, вы потом, если возьмете отрывок из этого эфира, то слишком большое лицо будет. Хорошо бы заранее подготовить, тогда большая вероятность, что к вам придут на этот эфир, посмотрят в записи. То есть от обложки зависит очень многое, да? Вот. Ну, какие-то идеи тоже можно брать. А кого еще? Хорошо бы, чтобы у вас были атомианцы, на которых вы хотели бы похожи. Или просто блогеры, на которых вы бы хотели, чтобы ваша лента была похожа. Или как вести вообще страничку. Так, ну давайте у Владимира с Юлей посмотрим ленту. Вот они, я знаю, что запускают рекламу. Когда они запускали рекламу именно на продукцию, они делали именно вот такие продуктовые обложки. Это все рилсы, это рилсы все, и они заранее фотографировали продукцию, чтобы подготовить ее для обложки рилс. Чтобы это выглядело красиво. Да, то есть вот такой тоже единый стиль идет. Но затем они решили разбавить, я так понимаю, уже с собой немножко, да, чтобы тоже не одна продукция, да. Когда одна продукция, это тоже неинтересно. Это смотрится как каталог. Но это когда вы определенной цели хотите достичь, то есть именно на клиентов работать, тогда да, можно. Если вы хотите как блогер развиваться, то уже, конечно, нужно и свои фотографии ставить, не стесняться. Так, еще. Так, вот хотела показать вам страничку Ирины. Она
у нее TikTok очень хорошо прокачан, то есть она специально наняла девочку, которая делает ей TikTok. Вместе они делают. Ирина записывает контент и отправляет, и она потом его публикует. Я так понимаю, это работает. Я просто слышала, не знаю лично. То есть знаю Ирину лично, но не знаю, как она работает на ТикТоке. Но вот тоже можно видеть, что она довольно серьезно относится к своему Инстаграму также. Не только, да, ТикТок. Очень много себя, да, вот не стесняемся, кто... так скажем, не привык это делать, вот берите пример, Ирина не стесняется, она очень себя любит, очень за собой ухаживает, да, очень любит о компании рассказывать, о продукции, вот еще какие примеры. Так, вот Катаринка Стай, например, Катрин, она профессиональный блогер, она уже 10 лет, да, этим занимается, более 10 лет, и можно тоже у нее учиться, как вести страничку. У Катрин цель показать команду и показать то, что она топ-лидер. Вот для нее это важно, чтобы к ней шли в команду именно на вот это вот на личность. То, что вот видите, лидерский состав, такие вот слова, которые вот ты приходишь к... Я хочу к топ-лидеру, именно я не хочу, да, к новичку, я хочу уже кто в статусе. И здесь вот статусность Катрин показывает. Не так много продукции, больше вот команды, да, потому что, ну вот, Катрин интересует больше целевая аудитория, которая настроена на бизнес. Вот. Еще показать вам примеры. Вот Рита тоже классная видеостраничка, она Reels очень здорово записывает, тоже рекомендую подписаться. Эстетика, да, тоже видно, что Рита очень, ну, заранее подготавливает вот эти вот фотографии, видите, в одном и том же костюме. Это все заранее подготавливалось. И потом уже можно использовать либо снять все в один день и потом выкладывать уже в течение там недели или месяца даже. Вот такие странички. То есть вот как Александр рекомендует насмотренность практиковать, чтобы вы знали, что, как работают другие люди, смотреть, что можно у них, чему можно поучиться, и взять это в... для себя, и чтобы уже сделать в своем стиле, да, я не говорю, что нужно прям вот все копировать, как они делают. Поначалу это можно делать, когда вы еще не знаете, себя не нашли, но затем, уже когда вы примерно представляете, как вам идти, то вам нужно уже свой стиль. Да, я вижу Александру. Так, так. Сейчас передам с организатора. Привет, Мика. Спасибо большое. Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Спасибо огромное, Мика, тебе за очень полезный контент. Смотрела некоторые странички, уже давненько не листала, не смотрела. Классно развиваются, конечно. Супер, молодцы. Все не стоят на месте, потихоньку двигаются, и это очень вдохновляет, потому что ты понимаешь, что ага, пока ты сидишь, кто-то уже двигается потихоньку вперед. Я на самом деле сейчас тоже, вы знаете, прокачиваюсь в отношении личного бренда, поэтому все не случайно у нас началось, и сейчас, проговаривая, прорабатывая вместе с вами, я прорабатываю еще параллельно свои идеи, чтобы постить, чтобы начинать, да, рассказывать и так далее. Поэтому, когда я вам рассказываю, в первую очередь я это примеряю на себе, все, что уже накоплено багажом тем, который уже был до этого, сейчас, который новую информацию получаю, стараюсь с вами делиться. Поэтому у меня сначала к вам такой вопрос. Вот все, что мы с вами до этого проходили относительно оформления сторис, в частности,
Есть ли у вас какие-то вопросы сейчас, что до сих пор к вам осталось непонятно? Давайте мы прям разберем ваши вопросы и потом быстренько дальше побежим. Времени у нас не так много. Я постараюсь быстрее закончить, чтобы вас не задерживать. Но мне важно понять, что сейчас у вас не получается, где еще есть недопонимание для того, чтобы отталкиваться от этого и идти вперед. Потому что нам важно с вами в диалоге это делать. У нас во благо вам не так много людей, поэтому обратную связь вы можете вот прямо здесь и сейчас говорить. Поделитесь, пожалуйста, какие есть вопросы, какие есть у вас недопонимания относительно того, что вещать, как рассказывать там, допустим, или, ну, вообще, какие вопросы, может быть, технические даже у вас есть. Давайте по очереди быстренько, чтобы не оттягивать время. Вот прям что первое пришло в ум, задавайте. Может быть, кто-то вот параллельно пока я отвечаю, буду еще придумывать какие-то вопросы. Давай, Оленька, мы с тебя начнем. У тебя включена камера. Скажи, да. Пожалуйста, привет. Всем привет, привет. Если честно, сейчас погромче сделаю. Если честно, у меня так таковых вопросов нету. Единственная у меня проблема, это мне нужно сесть и просто расписать план, контент-план, что я буду постить, что я буду в сторис выкладывать. То есть вот этот момент я никак не могу сесть, потому что у меня сейчас, в общем, завал везде. Не могу этот. У меня ремонт заканчивается, потом переезд намечается, в общем, на работе там еще капец. Короче, полный капец. Поняла. Все ясно. Ну, в общем, основная затыка — это в том, что нет просто времени этим заниматься. Да, ну нет, надо сесть и просто прописать, да, вот как ты говоришь, нужно как включать в свой ежедневный план какие-то действия, выставлять сторис, посты и так далее, да, чтение книги или еще что-то, в общем, надо все это включать утром в план действий, тогда, тогда у тебя, ну, найдется. Да. Однозначно, только так, только планируя на это время, иначе никогда не доберетесь до этого дела, потому что кажется второстепенным, кажется, вот завтра-завтра сделаю, сейчас вот еще немножечко я этим займусь. Я очень сильно понимаю, но хочу сказать такой лайфхак. Вот сегодня я ездила на фотосессию специально для того, чтобы уже для страницы, для блога у меня были подготовленные фотографии, потому что единственный, вот, допустим, меня сейчас останавливающий трабл, который у меня есть, это отсутствие наличия фотографий таких адекватных, которые были по теме блога, которые я бы могла вот постить прям с чистой душой и понимать, что это все в тему. Вот. Поэтому нужно определить, это такой вот мой, по крайней мере, лайфхак, когда я прям уже стопорюсь и не знаю, с какого конца начать, я просто иду и делаю фотографии. Делать фотографии можно как с фотографом, так можно делать и самому, в принципе. Взять за компанию своего партнера, попросить друг друга пофотографировать, выбрать день. Это тоже хорошо. Некий такой тимбилдинг, мы раньше так делали, практиковали, я вот девочек собирала, студию мы собирали, скидывались прямо на студию и вместе шли, фотографировали продукцию, плюс фотографировали сами. Когда у вас есть уже на руках какое-то видео и фотоматериал, вам, конечно, гораздо легче генерить контент, нежели выжимать из того, что у тебя там в галерее еще 100 лет назад было, и ты листаешь, ну что бы запостить для того, чтобы сделать какой-то пост. Поэтому вот запланируйте в первую очередь по тематике вашей страницы, у нас все про Атоми, какую-нибудь такую фотосессию. Можно сделать прям командную, можно замутить это совместно. В общем, можно предлагать друг другу. Те, кто в Алматы, конечно, нам в этом плане легче прям собраться всем, да, сказать, ребят, кто хочет, давайте соберемся, кто владеет техниками фотографии. Давайте друг друга пофотаем, поучимся это совместно. Это очень классно. Вот, поэтому, да, это действительно, это полноценная работа. Вот блог — это полноценная работа. Никак иначе я назвать не могу. То есть второстепенно и так далее. Никак не назовешь этот вид деятельности. Но, наверное, еще раз я проговорю с этой идеей, что пока у вас не будет ценности ведения блога, наверное, не будет и времени для того, чтобы его вести. Если вы действительно хотите, для того, чтобы к вам приходили все новые и новые партнеры, люди в команду и клиенты, то, соответственно, нужно понимать, либо ты выходишь там в поле рекрутировать, берешь продукцию, берешь визитки, раздаточный материал и идешь вот прям рекрутировать в поле. Но есть более приятный вариант — это вести блог. Когда ты транслируешь на массу,
Добрый день. Ага. А, когда ты уже позиционируешь себя в качестве партнера, в качестве клиента, и уже, соответственно, ты как аудитория, которая схожа с тобой по, соответственно, там, интересам, по, да, ценностям и так далее. Вот, поэтому, друзья мои, нужно относиться к этому как к полноценному виду дополнительной деятельности. Это часть нашего бизнеса, хотим мы этого или не хотим. Вот, и поэтому вот сейчас еще раз такой момент. Сейчас пока еще, поверьте, вот пройдет год, пройдет два, настанет еще в два, в три раза больше, а может быть в десятки раз наших страниц это мясо станет больше. Пока сейчас еще не насыщен настолько рынок, пока еще есть где, так сказать, занять свое место, нужно этим пользоваться, потому что, вот поверьте, во-первых, должна играть такая идея, что Инстаграм не вечен, это во-первых, что вы знаете, да, вот придет какая-то ситуация, и в этой соцсети просто у вас возможности не будет рекрутинга через эту соцсеть. Пока вы уже освоились, пока у вас уже есть навык, пока эта соцсеть действительно работает, а есть те маркетологи, которые говорят, что на самом деле Инстаграм, правда, он не вечен. В один день он просто выйдет из моды, да, появится какая-нибудь новая хайповая там социальная сеть, и опять придется осваивать ее. Второй момент, что действительно заполнение, так сказать, нашими атамянскими страницами, оно сейчас идет с бешеным ритмом, то есть сейчас каждый новенький, кто приходит, понимает, ага, лидеры ведут социальные сети, Инстаграм, так нужно нам тоже, и начинает как грибы плодить эти, да, странички. И вот единственное, что вас отличает от тысячи и тысячи других страниц, это только вы, потому что продукция у нас одна, маркетинг-план у нас один, да, компания одна, и вот сейчас ваша задача просто понять, что вам пора брать, так сказать, это дело в руки и начинать вещать уже со своего ключа, со своей экспертной, да, позиции, рассказывать о том, что действительно вас отличает в качестве партнера и дистрибьютора, да, нашей компании от всей остальной массы. Поэтому вам очень важно сейчас осознать. Если вы сейчас промедлите, если мы сейчас с вами не начнем это делать, то может в один день просто стать поздно. Вот поэтому с этой мыслью я бы хотела сказать вам. Есть какие-то вопросы? Вот у нас этот чат останется с вами, да? Задавайте. Нет вдохновения, где искать там посты и так далее, где искать музыку? Задавайте вопросы. Как сделать фотографии? Задавайте вопросы. Где брать ориентиры? Задавайте вопросы. Потому что вместе разбираться легче. И относительно всех остальных тоже вопросов, пожалуйста, в течение там всего времени, как у вас будет возникать вопрос, пожалуйста, задавайте, я вам буду с Микой вместе, да, подсказывать. Вот, поэтому, Оленька, тебе сначала надо разгребсти один свой завал, не бери, не накладывай на себя все сейчас вместе, потому что это чревато последствиями, энергетическим истощением, да, поэтому разбирайся пока с переездом, разбирайся со всем, чем ты сейчас занимаешься, с работой. Как только ты будешь понимать, что все более или менее устаканилось, возвращайся в чат, пересматривайте эфиры. После того, если у вас будут какие-то вопросы, да, после окончания, попросите открыть какой-то эфир, который мы уже закрыли. Мы обязательно доступ откроем для того, чтобы вы его пересмотрели. Вот. А может быть, вообще просто откроем все доступы, да, для того, чтобы вы смотрели их, потом пополняли свой багаж знаний. Поэтому ты не переживай. И всем такой вопрос, такой, да, посыл, что все будет окей, все будет нормально, мы на связи, но старайтесь к этому подходить серьезно, как только, Оля, разгребешь свои основные дела. Вот только тогда сможешь полноценно, иначе будет разрыв, и здесь надо, и там надо, и эмоционально можно выгореть. Договорились? Вот, спасибо большое, что поделилась. На самом деле спасибо, это норм. Спасибо большое тебе, да. Да. Прям это такой, как это, камень с плеч. Да, уставать это нормально, дела это нормально, это все окей, поэтому просто нужно понимать, что когда-то это закончится. Все временно, да, все временно. Когда-нибудь это закончится, будет новый глоток воздуха, и дальше пойдем все вместе. Вот, спасибо большое. Есть ли у кого-то были вопросы? Да, хорошо, я вам открою, мы вам откроем доступ по этому поводу, и вы потом сможете пересматривать ваши, наши эфиры. Давайте вопросы быстренько, еще какие у кого есть. Если никаких вопросов больше ни у кого нет, пишите «нет» в чате, чтобы мы понимали, что ждать не нужно. Если вопросы какие-то есть, то давайте задавайте их сейчас. Относительно сторис, что непонятно, относительно ленты, что непонятно. Я пока понимаю, что тяжело сформулировать, но тем не менее какие-то поверхностные уже вопросы у кого-то возникают. Как здесь тыкнуть, а как там найти, а как это работает там, и так далее. У матросов есть вопрос? У матросов есть вопрос. Давай. У меня вопрос такой по поводу сторителлинга. Да.
У меня не хватает, наверное, навыка в понимании разбивать какую-то историю там на 3-5 сториз. Максимум, вот на что у меня хватает, это 3. И то это как-то сложно в моей голове это все уместить. Поэтому к этому я понимаю, что там есть определенные правила, там завязка, там содержание, да. и главная мысль в конце — итог. Вот, и, да. И поэтому это максимум 3 у меня. Хотелось бы как-то, чтобы это было не нагружающе, потому что я замечаю, я там впихнуть невпихуемое делаю, и потом это люди, но люди мне пишут, что мы останавливаем пальцем и читаем. Это тоже радует. Да, когда я пишу, что я хотела впихнуть невпихуемое, и так не делаете. Вот мне фидбэк приходит, что мы останавливаем пальцем и читаем. Вот. Ну, я не думаю, что все так делают, конечно. Поэтому мне пока сложно в сторителлинге вот это все вот сделать так, чтобы это было не слишком утомительно, не по одному слову там, но и чтобы как-то было, чтобы был сторителлинг, а не вот это до-после. Окей, да, я поняла. Как раз сегодня про эту тему я хотела рассказать, про сюжетные линии, про сторителлинг и вообще, что такое понятие драматургия. Такая сложная, на самом деле, тема поначалу. Но когда вы ее разберете, потом уже сторителлинг, ну, то есть вы уже с каждой ситуации там можете этот сторителлинг делать. А вот сейчас потихоньку рука у меня набивается уже, и я уже примерно понимаю, как это работает, но поначалу было точно так же, поверь, Наташа, я тебя очень сильно понимаю. Так, начало есть, так, окей, здесь рассказал, ой, а все уже закончилось, как бы, что еще там рассказать? Вот, поэтому давайте сразу тогда по этой теме я перейду и расскажу. У кого еще вопросы есть, дописывайте, хорошо? Вообще понятие сторителлинга, так такового, кому непонятно с английского языка story, да, это история, как раз те самые stories в Инстаграме. Почему они сейчас завоевали вообще мир Инстаграма и сейчас больше смотрят stories? На 80% аудитория, да, в первое касание заходит именно в stories, они считают посты, потому что именно в историях ты можешь увидеть истории о людях, которые будут тебе раскрывать личность того человека, за которым ты наблюдаешь. То есть ты можешь его увидеть в реальном времени, в реальной картинке, и поэтому это вдвойне интересно посмотреть, чем сейчас, собственно, человек занимается. Да? Это некий такой некая возможность, это как раньше, ну, мы читали почему-то, да, люди читали там захлёб какие-то романы и так далее, потом смотрели сериалы, а теперь смотрят сторизы, потому что всегда есть возможность за той личностью, кем вам интересно наблюдать, прям посмотреть в реальном режиме, так, что он любит, что он предпочитает, а что он ест, а куда он, собственно, ходит там за шопингом, да, кто там его фотографирует и так далее и тому подобное. А, вот, поэтому все это об одном, об историях и о том, как рассказывать то или иное событие со стороны драматургии. Вот есть такое тоже понятие, чтобы вы понимали, все книги, все сериалы, все фильмы, которые вы смотрите, все мультфильмы, они написаны благодаря как раз законам драматургии. То есть есть понятие такое, что для того, чтобы какая-то история была захватывающей, для того, чтобы человек ее досмотрел до конца, нужно обязательно 3 составляющие, как Наталья уже произнесла. Это какая-то завязка, это должен быть, да, какой-то такой экшен, завязка и какой-то такой очень яркий момент, который бы разворачивал все события, и обязательно заключение. Это именно по сюжетной линии. Но относительно именно структуры построения сторителлинга всегда идет вот так. Вы должны анализировать со стороны того. Есть главный герой. Это обычно либо вы, но чаще всего, когда мы рассказываем про себя, да, либо это есть какой-то из персонажей, кого мы показываем из своего окружения, допустим, партнер наш, либо даже главным героем может быть, ну, не знаю, кто... допустим, курьер, я не знаю, который доставляет вам посылку. Есть всегда какой-то главный персонаж в этой истории. Есть у этого персонажа определенная цель, к которой он идет. То есть у нас герой, есть у нас цель, есть у нас путь, по которому он идет, и есть некие такие препятствия. Вот эти препятствия, они создают огромное количество таких захватывающих моментов, на которых человек думает, так, он дойдет до конца или не дойдет, что там случится, а получится ли у него, а как у него там это завершилось и так далее. Вот, когда сторителлинг выстраивается таким образом, когда есть действительно из чего его построить именно по этой цепочке, историю захватывающий момент — это
этот, он заставляет аудиторию смотреть до самого конца. Я вот помню, когда я рассказывала про свою блефаропластику, про то, что я сделала глаза, я рассказывала, с чего я начала, как у меня вообще эта идея родилась, как я там пошла, нашла этого мастера и так далее. У меня были вообще нереально колоссальные просмотры, я даже не знаю по истории, когда у меня такие просмотры были, то есть там на моей глобал страничке у меня стандартно там 200-300 максимум просмотров, а тут у меня было 800-900, 1500 просмотров в день, и причем они все досматривались до конца, то есть не так, что с утра там посмотрела 800 человек, а под конец дня там 20 осталось, то есть они смотрели до самого конца. Вот, давайте на примере я вам разберу, допустим, ситуация, вот сегодняшняя, да, у меня есть задача, мне нужно сделать фотосессию, да, для того, чтобы у меня в блоге появились адекватные фотографии. Я сделаю сначала подводку, то есть я, как герой, да, главный герой этого составляющего, у меня есть нужда, мне нужна фотосессия, потому что я понимаю, что сказать-то мне есть что, вот постить, да, там лента у меня уже вообще архив как бы истощал, вот, и мне нужна фотосессия для того, чтобы, собственно, эту ленту начинать загружать, для того, чтобы делиться информацией. Есть цель сделать эту фотосессию. По пути этой фотосессии есть у меня определенные задачи. То есть мне нужно подобрать образы. Мне фотограф сказал, что нужно подобрать определенные образы, 2-3 образа для фотосессии. Посмотреть для того, чтобы эта фотосессия была легкая, да, в понимании для фотографа, так называемые референсы. То есть это примеры фотографий, которые мы хотим сделать. Вот. Следующий момент, что у меня там, ну, реальные, там, из того, что я подобрала, и посмотрев на мой гардероб, я понимаю, что мне нечего одеть на фотосессию, у меня, собственно, вот такого в бежевых оттенках ничего нету, и вот здесь случается трабл, как быть, как же это сделать, там, допустим, да, и есть к этой цели препятствие. Так, нужен, значит, шопинг, у меня нет одежды для этой фотосессии, нужно мне пойти, значит, выбрать эти образы, допустим, там в коллекциях сейчас мало бежевого, но условно там лето, стали только пестрые там цвета сейчас в коллекциях выпускать. Это некие такие препятствия, то есть они не дают до конца понять человеку, тот, кто наблюдает за мной, так у нее случится в этом формате там фотосессия или нет. То есть я как делаю подводку. Я рассказываю, друзья мои, ну я условно, то есть я сейчас не делала так, я просто на примере своей ситуации просто на фотосессии рассказываю. Говорю в сторис, ребят, привет, блин, у меня столько на самом деле мыслей, мне так хочется с вами делиться информацией, но представляете, у меня совершенно нет фотографий для того, чтобы делать, собственно, какие-то экспертные посты. И вот сейчас я решила, что мне нужна фотосессия очень-очень, потому что я понимаю, куда я делала прошлые фотосессии, они мне служили достаточно долго, там чуть ли не целый год. Задача — сделать фотосессию. Но есть препятствие, да, я нашла фотографа, отправила запрос о том, что я хочу сделать фотосессию, а мне фотограф говорит, все, нужно вам, значит, подобрать образы, подберите референсы фотографии, которые вы хотите, подберите образы к ним, и я пошла в магазин. И что вы думаете, я прихожу в магазин, а в магазине-то сейчас летняя коллекция, все фуксия, желтая, ярко-розовая и так далее, а по моему там фототипу мне нужны бежевые оттенки. О, боже мой, что мне, как быть? Ребят, подскажите, можно в дискуссии вступать благодаря вот этим всем, да, препятствиям? То есть спрашивать, девочки, подскажите, может, кто-то знает, какие магазины сейчас там выпускают такие нейтральных цветов, там, эти одежду и так далее. То есть вы вовлекаете аудиторию и потом рассказываете, что, уф, наконец-то я выбрала образы, ребят, хотите посмотреть, что в итоге получилось, показать вам кусочки бэкстейджа или вам показать уже фотосессию, когда она уже завершится, и потом будут готовы фотографии. Естественно, людям интересно посмотреть, там, заглянуть, какие в итоге там образы получились. Они начинают голосовать. И в итоге вы потом говорите, окей, хорошо, и там послесловие говорите, вот, смотрите, кстати, такой лайфхак. Когда вы рассказываете какой-то сторителлинг, вот у вас есть какая-то история, очень круто подводить потом конец какой-то, каким-то экспертным, допустим, там, или, ну, постом по этой теме, которую вы вели. Допустим, как подобрать визуал и как не облажаться там, допустим, с образами. И вы напишите пост по этой теме и говорите, вот, вот так-то-то, подобрать референсы, сделать вот это-то, подобрать там мудборд, примерно посмотреть там, в каких коллекциях сейчас бежевые оттенки и так далее и тому подобное. И потом этот пост как в заключении. То есть вы показываете бэкстейдж и делаете все это, чтобы подытожили репостом к себе в сторис. Сделали пост и репостом к себе в сторис. Это очень круто работает, потому что тут идет вовлеченность аудитории. Они смотрят, какая же там будет развязка. Все удалось, ура, аллилуйя. И вот пост под итог. Как сделать так, чтобы у вас в итоге все это случилось, чтобы у вас все прошло это окей, хорошо. Ну вот примерно вот так создается. Теперь смотрите, относительно
сториз, сколько кусочков должно быть в сторителлинге. Однозначно 3 это мало, потому что здесь по сути своей, для того, чтобы не перегрузить картинку сториз, помните о том, что мы всегда даем визуально удобную информацию через свои сториз. То есть мы стараемся сделать так, чтобы это не было куча мелкого текста, чтобы человек сломал глаз, пока он читал. Поэтому правильно разбивать его. То есть если вы видите, что текста получается много, у меня так часто получается. Я вот последний раз выставила какой-то отзыв, не какой-то, а отзыв такой длинный, Юли, по распаковке личности. А потом захожу и понимаю, что, ё-моё, все это полотно люди не будут читать. И я беру и удаляю. Говорю, ребят, лучше завтра вам потом расскажу. Но такое бывает, да? То есть нам нужно максимально сделать доступную информацию. Людям сторис некогда читать. Вот ровно 15 секунд у вас есть на одну стори. Это 15 секунд, которые готов держать человек вниманием для того, чтобы прочитать то, что вы написали текстом на фотографии. Поэтому полотно мелкого текста никто не читает. Это нужно разбивать. Если пока вам сложно дается в понимании, во сколько сториз вы уложитесь, прям берете на бумаге и пишите. Так, я хочу сегодня рассказать о том, как я, допустим, пришел в Atomy, мой сторителлинг. Какие были препятствия, к какому итогу я сейчас пришел и вообще к чему я теперь иду. Я начинаю писать на бумаге. То есть я предполагаю, что мой в течение дня, если вы знаете, что тема объемная, допустим, моя история, как я пришла в Atomy, я разобью ее на примерно 5 утром сторис, 5 в обед и 5 вечером. Желательно постить так, чтобы у вас сторис были скомпонованы. Не так, что вы первый сторис залили, потом готовите этот сторис, а у вас уже полчаса прошло, пока вы текст накидали. Желательно их подготавливать заранее. То есть вы написали в сторис, прям подготовили. 3 точки нажали, сохранить. Еще следующий подготовили, 3 точки сохранить. И потом, когда у вас уже 5 этих кусочков готово, вы друг за другом просто берете из галереи и загружаете их в сторис. Потому что человек не готов. Вот тут вы ему рассказали, у вас все началось, и он ждет, когда вы напишете второй сторис. То есть это тоже такой момент, что нужно обязательно учитывать, что людям некогда смотреть и ждать, когда вы там запостите следующий. Он лучше последующего пойдет смотреть. Поэтому желательно подготавливаться. Вот вы поняли, что структура такая. Желательно постить утром, желательно постить в обед, и желательно постить вечером. В среднем по 5 сториз, то есть 5 сториз — это не перегружающий, то есть в течение там 3-4 часов с утра до обеда, соответственно, человек, конечно, успеет просмотреть эти ваши сториз. Поэтому вы делаете по 5. Первую вы делаете завязку, такой introduction, да, что у вас случилось, какая у вас есть цель, как вы начали к ней подготавливаться и какие у вас есть препятствия к этому, захватили дух и говорите, ребят, я продолжу, допустим, в обед, да, либо, ну, даете как-то понять, что, в общем, дальше будет продолжение. Потом в обед вы делаете 5 сториз о том, какие сложности, как вы их претерпеваете и как вы к этому идете, как вы, вернее, с этим справляетесь, с этими, да, трудностями, просите реакцию, может быть, у вас такое было. То есть в завязке, когда вот это все решается, очень классно общаться с аудиторией, прям спрашивать, делать опросники. Еще такой нюанс, запишите. Пока вы не попросите аудиторию поставить реакцию, они вам ее не поставят. Ни сердечко, ни звездочку и так далее. То есть такой настолько у нас сейчас народ стал уже привыкший к призыву к действию, что нужно обязательно просить ставить какую-то реакцию. Там огонечек поставьте, напишите плюсик, кому это знакомая ситуация и так далее. Поэтому в завязке вы прям общаетесь с аудиторией, поставьте, как вы думаете, напишите свой ответ, там, выберите правильный ответ и так далее. Вот, в течение дня в обед вы рассказываете, как это все у вас происходит, и говорите, ну что, ладно, вечером мы с вами завершим, и я в итоге поделюсь, как вы думаете, завершится это там удачей или неудачей там. И они начинают голосовать. И вечером, соответственно, вы можете в 5 историях все это заключить, там рассказать, ну что, вот так-то это было, я в итоге нашел того человека, которому мне бы это мог помочь, и вот история такая, что я вынес такую ценность, да, из этой ситуации, что нужно готовиться с позаранки, что не нужно оставлять это дело там позади, в этом, опять же, мне помогает там планирование, к которому я сейчас прихожу, и вот какие-то должны быть выводы в конце сторителлинга такие, что человек и для себя полезность какую-то возьмет, и в итоге подытожить, возможно, это как раз постом, то есть вы можете прямо это подытожить. Точно такой же сторителлинг можно вести относительно всего. Вот, допустим, уходы за кожей лица. Сказать, что девочки, кому знакомо, в летний период очень сильно жирнится кожа. У меня есть такая, была в прошлом году такая проблема, и, знаете, я задалась вопросом о том, чтобы с этим делом как-то решить.
Как вы справляетесь? Расскажите, пожалуйста, свой там путь к матовой коже летом, чтобы она у вас не лоснилась. И вы можете поставить какую цель. Вот у вас есть задача, это вы прошлое лето у вас была задача сделать матовой там кожу, допустим, чтобы она сильно не лоснилась, чтобы ничего не высыпало. И вы рассказываете, что сначала было тяжело подобрать косметику, потому что мне вообще казалось, что SPF крема все жирные, они там не подходили и так далее. Я знаю, что теперь нужно защищать там кожу летом и так далее и тому подобное. Какой вы там сделаете выбор? Либо не пользоваться солнцезащитным кремом, либо пользоваться, как вы вообще на это смотрите, вообще на защиту от ультрафиолета. А потом там, допустим, в обед вы выкладываете. Ну что, у нас есть в Атоме там несколько вариантов, я перепробовала, поверьте, все. Ну то есть я в летний период там пробовала и гидронабор, и фейм, и абсолют, и так далее, и сделала определенные выводы для себя. Есть ли среди вас, кто уже пробовал гидронабор? Как он вам? Расскажите там, да? Потому что есть отзывы у многих там, у кого особенно сухой тип кожи, что им этот набор не подходит, потому что они говорят, у них, ну, под конец вечера уже кожа себя, в общем, тянет из-за того, что недостаточно влаги. И в конце вечером можно подвести к тому, что, ну что, я раскрываю вам свой секрет, готовы, да, и, несмотря на то, что у кого-то есть отзывы по поводу того, что им не подходит наш гидронабор, для меня это идеальный набор, потому что, и вы перечисляете все преимущества, и можете сделать пост о гидронаборе, то есть вы вели сторителлинг в течение дня, какой уход вы предпочитаете летом, и вечером зафиналить тем, что идеальный набор для меня в моем случае это оказался гидронабор. Делайте пост, репостите его, и люди, соответственно, уже переходят читать, какие там нюансы, почему вы его выбрали, почему, да, выбор пал именно на него. Вот. Поэтому сторителлинг — это такая вещь, которая действительно может вовлекать очень сильно аудиторию. Она может приводить к тому, что люди начинают общаться с вами. Это самый важный, наверное, вообще составляющий из создания сторис для того, чтобы они вам вообще какую-то обратную связь ставили, для того, чтобы вы с ними общались. Чем больше, еще раз, тыкают на ваш сторис, а тыкают в прямом смысле, да, пальчиком, либо останавливают пересмотреть ваш сторис, либо отвечают на какой-то опросник, либо ползунок там реакции тянут, либо там дают вам реакцию, когда вы пишете, поставьте огонек, как вам, знакомо это или не знакомо. Вот. И вот сторителлинг позволяет втянуть аудиторию в общение. Нужно ли всегда делать сторителлинг? Нет, не нужно. Нужно это делать интуитивно, когда вы понимаете, что вам есть о чем рассказать, есть о чем поделиться, и вам, ну, какая-то такая более глобальная какая-то тема. Если же просто ситуативный контент, привет, мы сегодня были на фотосъемке там и так далее, просто законстатировать факт, тоже можно так делать, это не запрещается. Здесь еще раз такой акцент, что нужно прям как это чувствовать, грубо говоря. Это вот как навык общения с людьми, когда ты чувствуешь, так, стоит ему сейчас это сказать или не стоит, или у него какая-то реакция будет. Вот точно так же с аудиторией. В будущем вы начнете уже более или менее в этом ориентироваться. Но это очень крутой, еще раз, инструмент для того, чтобы люди вовлекались в ваши истории, для того, чтобы они знакомились с вашими ценностями, с вашими интересами, да, потому что сквозь сторителлинг вы можете делать такие вот прям, ну, какие-нибудь такие утверждающие там моменты, которые будут понимать, ага, для него это ценно, то есть там про дисциплину, про честность в отношениях, про командную работу, про помощь друг другу и так далее. То есть вы через сторителлинг даете понимать людям, что вы не получаете и не говорите вот так вот надо, а потому что вы через свою историю можете рассказать то, как вы к этому пришли, почему для вас именно это ценно. И люди тогда вовлекаются и понимают, вау, круто, я тоже так хочу или тоже хочу этому научиться. Или самый крутой вывод, я знаю теперь, кому мне обратиться, кто может мне помочь для того, чтобы мне, да, в итоге это умение приобрести. Вот. Поэтому сторителлинг, еще раз, это то, чему я вам советую очень сильно учиться. Вообще рассказ как таковых историй, он вам нужен не только в Инстаграме, да, для ведения социальных сетей, он вам нужен вообще в принципе в общении. То есть когда вы общаетесь с партнерами, когда вы им рассказываете, откуда вы пришли, какие у вас были препятствия, как в итоге вы с ними справлялись, это тот же самый сторителлинг. Ну, то есть Инстаграм в этом смысле ничем не отличается. Все, как мы общаемся в настоящем времени, в настоящем моменте, ну вот, то есть с простыми людьми. Точно так же у нас делается и через Инстаграм. Еще раз, знаете, я себя всегда ловлю на мысли, еще раз тоже про это проговорю, что для меня сейчас блог — это что-то больше, чем просто страничка для того, чтобы ее вести. Для меня это крутой инструмент рефлексировать. Для меня это некий такой дневник воспоминаний. Я могу там вернуться год назад,
и посмотреть, как я там раньше рассказывала, да, и как я сейчас себя веду, и проанализировать, какие у меня были мысли раньше, какие мысли у меня сейчас. То есть для того, чтобы сделать какой-то сторителлинг, мне нужно круто порефлексировать, что я ощущаю, почему для меня это важно, потому что мне это надо рассказать, пересказать. А вы знаете, что рефлексия — это 50% вообще успешного обучение. Это очень крутой инструмент для того, чтобы наработать эту рефлексию, то есть сторителлинг, посочинять, подумать, что для меня было важным, а как я в тот момент себя ощущала, как я с этим справлялся, а что в итоге сделал, какие-то его выводы и так далее и тому подобное. Вот поэтому для меня сейчас блог — это вот реальный инструмент для того, чтобы себя лучше понять. Вот это прям крутой инструмент для того, чтобы себя лучше проанализировать, прорефлексировать, посмотреть, насколько там ты растешь, еще раз там себе самоценности придать, да, потому что вот с кем не пообщаешься, сегодня тоже с фотографом общалась, и она говорит: ой, я прям постоянно, говорит, последнее время темы эти слышу про самоценность, что нужно себя там не обесценивать и так далее. Я говорю: наверное, вот сейчас у большого количества людей в самопознании, познать свое лучшее я, сейчас очень многие идут. И вот для меня реально блог — это вот чуть больше себя узнать, порефлексировать и в моменте понять, что, ох, я расту, все круто со мной, я вот так иду. Поэтому это такая интересная вещь. Если вы будете подходить вообще к ведению социальных сетей, к Инстаграму в частности, со стороны творческого своего личного развития, у вас будет немножко другое отношение. То есть, окей, инструмент — это хорошо, это нужно, это часть нашего бизнеса, но это все от мотивации «от». А когда у вас мотивация «к» появляется, к тому, чтобы развиваться, к тому, чтобы рефлексировать, к тому, чтобы понимать себя лучше, к тому, чтобы выражать себя лучше, да, давать большему окружению о себе знать, для того, чтобы там какую-то ценность для людей вести. Это мотивация «к». И тогда вам гораздо легче дается вообще ведение. Вы уже смотрите по другим ракурсам. Не к тому, что, блин, надо опять что-то выложить, а к тому, что такое классное событие, надо попробовать его выложить в качестве сторителлинга, попробовать посмотреть, как вообще аудитория зайдет или нет, какой у них будет отклик. И вот это очень сильно помогает, допустим, мне сейчас вести Инстаграм, и я в моменте кайфую. Понимаете, когда я там пишу какой-то сторис, я понимаю, что как классно я завернула там сторителлинг, как там много реакций сейчас стало, как аудитория оживилась. Мне это очень приятно, потому что это мой прогресс, да, к которому я иду. Я понимаю, что через развитие блога, рефлексии и вообще самопознания, благодаря тому, что я делюсь какими-то моментами, я становлюсь более искренней, я становлюсь более самоценной в своих же глазах, да, и мне это очень сильно помогает. Вот, поэтому попробуйте тоже пойти от мотивации, через мотивацию, вернее, не от бежать, от нужды идти, да, и делать от того, что мне это надо, а через мотивацию к почему мне это нужно, а зачем мне это нужно, вау, это меня вдохновляет и так далее. Может быть, вам действительно легче станет в этом плане, поэтому вести Инстаграм. Вот. Понятно ли примерно, что я сейчас рассказала? Есть ли у кого-то какие-то инсайты и вообще будете ли вы в будущем это применять? Если непонятно, задавайте вопросы, я еще раз расскажу. И вот сторителлинг, еще раз, очень важно делать смену кадров, про которые мы постоянно говорим. Мика сегодня еще раз, да, сделала такой момент. Это как в ленте, точно так же и в сторис. Нельзя говорящей головой вот так вот на вытянутую руку рассказать всю историю на 15 сторис. Ребята, сегодня была такая история, и вы рассказываете на 15 полосочек, уже люди такие, потому что это неинтересно, это монотонно. Сторис специально сделали по 15 секунд для того, чтобы они сменяли друг друга, то есть была динамика. Вот сейчас вы можете на мою основную страничку, родную, зайти, Александра.ким.киз, и посмотреть сегодня, как я разложила. То есть я старалась сделать так: фотография, видео, кусочек, да, опять, если фотография, то там где-то музыка, потом опять кусочек видео, где там проходка какая-то, потом еще фотография, и то есть делать вот такой вот переход. И это очень круто разбавляет, людям интересно смотреть. Иной раз они смотрят даже не на текст, там перелистывают: о, здесь можно рассмотреть человека в полном рост. Следующий: о, там на видео видно, как там у нее прическа сзади выглядит, да, или как там сережки с бабьем смотрятся. То есть это всегда вам на руку. То есть смена кадров — это всегда не только информационная часть, здесь очень хорошо поддерживается интерес, но и плюс еще к визуальной части, то есть люди там с разных ракурсов рассмотреть могут, картинки приглядеться где-то. Старайтесь еще подбирать картинки по смыслу, то есть у вас должно всегда быть смысловое сопровождение. Если картинка там у вас, текст у вас о том, чтобы рассказать, как сложно было справляться с этой ситуацией, а сзади какие-нибудь яркие цветы, которые ассоциативно никак вообще не складываются
с тем, что вы написали, это будет вообще диссонанс такой, да, у людей, то есть они будут, типа, не сходится картинка или там счастливое лицо ваше, как вы улыбаетесь, а вы рассказываете про какую-то такую непростую историю. А также можно раскладывать, кстати, и позитивные события, да, не обязательно, чтобы там какой-то сильный трабл был, просто как вы искали там цветы, как это было классно там для какой-то фотосессии, еще какие-то моменты. Вот, давайте по обратной связи по поводу сторис. Понятно ли, как работает сторителлинг и почему практиковаться в этом нужно? Потому что мне важна ваша обратная связь. Наталья, вам понятно примерно? Да, уже как-то вот яснее становится, потому что, как я уже говорила, у меня вот, да, вопрос, как это сделать. Блин, 15 сторис, не знаю, если когда я рожу 15, по 5, я, надо отметить это в календаре. Но я думаю, нет, это нет. Дело навыка, главное понять суть. Да, 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 да. Главное донести суть, и главное не перегрузить, вот. Ну, в смысле того, да, что куда будет. Потом да. Нить потеряет мысли. Ну, я думаю, что все через практику, и классная вот эта фишечка на бумаге расписать. Мне кажется, это прям будет наглядно, да, уже ты будешь примерно понимать, много там или немного, прям, мне кажется, даже можно прописывать там сначала, что ты хочешь сказать, вот расписать, как ты нас здесь научила, да, завязки там, какие сложности, препятствия там, путь и итог, а потом прям разбить в первом блоке, что... Первый сторис вот это написать, второй сторис вот это. И, короче, что я поняла еще раз и убедилась, убеждаюсь в этом постоянно теперь, что блог, личный бренд и так далее – это очень серьезная работа над собой. И это не про то, чтобы просто была красивая картинка там и что-то там написано. На самом деле, если мы поймем, зачем нам вообще этот блог, там вот этот вот вся это, все то, что мы сейчас обучим, ну это как во всем. Если мы поймем, зачем, то придет понимание, и вот используя эти инструменты, соответственно, придет вот этот навык, потому что желание будет это делать. Например, у меня что сейчас происходит? Мне нравится, поэтому я сторис записываю каждый день, мне нравится, потому что люди дают реакцию, они участвуют у меня во всяких моих самых странных опросах, там что-то там пишут, то есть есть какая-то вовлеченность, но в основном это, конечно, партнеры, либо другие вообще партнеры с других структур пишут мне в директ. Вот, мне нравится, что есть, что я не сама для себя это что-то там вещаю, вот, и мне нравится проявляться в этом плане, но я для себя искала вот именно вот, наверное, этот курс вы специально для меня сделали, потому что я для себя искала вот какую-то последовательность того, что я хочу нести, не просто ла-ла-ла, мы такие все классные, бегаем, это тоже надо, но основной посыл я бы хотела, да, чтобы люди брали для себя полезность. А основное я вот посмотрела и по опросу, и по в целом тому, что я как бы, да, подачу, какое послание несу, да, что каждый может добиться, неважно даже, есть люди, которые там не в атоме за мной фоловят, вот, что они могут в своем деле, ну, неважно в чем, в хобби, там, в спорте, там, еще в чем-то добиваться того, чего они хотят. И это они прочитывают. Сейчас мне хотелось бы, исходя из того, какую цель мы поставили перед обучением, что я хочу, чтобы ко мне приходили осознанные партнеры на бизнес. Если я эту цель хочу, значит, мне нужно что-то еще транслировать. Помимо того, что, да, я уже доношу своим посланием, что, ребята, вы все молодцы и крутые, и у вас все получится, если вы заходите. Через все, там, через Atomy, через хобби свое, и люди это считывают. Вот, а теперь для того, чтобы цель моя закрылась, и потому что я знаю, что я могу помочь этим людям, мне нужно это включать. Но потому что я как бы вижу, насколько люди, они наблюдают и вовлечены, я думаю, что если я хочу эту цель закрыть, то в этом плане нужно вот усилиться немного, и потому что у меня есть там, естественно, по Atomy посты и так далее, но они все тоже в рамках «ты можешь», там «у тебя получится», то есть для действующих партнеров. А я хочу, чтобы люди новые приходили и не боялись там, и писали, и так далее. Вот я думаю, что в целом мне очень нравится проявляться и в Инстаграме, я вижу, что это на сегодняшний день это для нас самый такой доступный инструмент,
где можно развиваться и общаться с людьми, и помогать людям. Почему бы и да. А поэтому спасибо. Большое, блин, спасибо вам, человеческое, там, не знаю, какое, огромнейшее. Я и реально, я все записываю, вот у меня вот тут уже все исписано. Молодец. Конечно, ничего сразу так, особенно этот сторителлинг мне весь мозг уже сломал. Но я думаю, что у меня получится, потому что мне нравится это делать. Мне это нравится, а это самое главное, потому что в целом я же всегда выбираю, я делаю то, что мне интересно. Но не всегда так было, в смысле, по Инстаграму раньше было, потому что надо что-то писать, а со временем появляется вот этот смак. Это вот как я как это сравниваю, знаешь, с чем? Оливки, когда я, блин, 39 лет оливки не понимала, а потом раскусила. Ну, Инстаграм, видимо, чуть быстрее, чем оливки идет у меня. Поэтому все. Реально вам большое спасибо с Микой. Вы прям для меня прям вот этот курс записали. Да. Я постараюсь вас не подвести, девочки. Вы прям супер, супер вообще учителя. Мне кажется, это такой бесценный инструмент. Но его нужно давать, наверное, не всем. Да, однозначно. Кто созрел, дозрел до необходимости этого. Потому что это будет ценность. Я думаю, вы будете мной гордиться, когда я буду писать на 15 сториз что-то. Спасибо большое. Спасибо большое, Наташа. Давайте мы с вами заключительное фото сделаем, и мы вас отпустим, потому что эту ссылку нужно передавать для планерки сегодняшней. Вот, да, сейчас у нас скоро планерка будет. Включите, кто сможет камеру, я сделаю скриншот, фоточку для того, чтобы... Сейчас. Да. Тут у меня с интернета. Спасибо большое. Угу. Спасибо. Так, и у нас... Красиво. Кофту поправить, подождите. Так. Угу. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, все, готово. Спасибо вам большое за внимание, будут вопросы, пишите, домашку мы скинем сразу в чат, потому что надо скидывать ссылку уже на планерку. Все, всем большое спасибо за внимание. Планерка же по лотерее. Не, я знаю, я говорю, что домашка еще будет, я не про планерку. А так, ну... Конечно, все будет. Все, давайте, всем пока. Всем спасибо большое за внимание. Всех обнимаем, целую. Давайте.